Накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, Министерство культуры Московской области совместно с Комитетом по туризму региона проводят акцию «День туризма». Цель проекта – привлечение граждан к изучению истории страны, развитие музейной деятельности, продвижение культурных ценностей Подмосковья. Жители и гости Московской области смогут 25 и 26 сентября бесплатно посетить один из 13 государственных музеев.